Здравствуйте, что посоветуете? Фотосессия перед выездной, как обычно, когда все наряжено, или фотограф, видеограф предлагает на следующий день поехать за город к воде, усадьбу какую-то? Можно сделать перед, можно сделать после, но она будет сокращена, эта фотосессия. Да, можно сделать в другой день, но вы должны понимать, что вам нужно будет отдельно пригласить еще стилиста тогда, который сделает вам прическу, который сделает вам макияж, и если это будет там на следующий день, но вряд ли это будет на следующий день, во-первых, потому что вы будете уставшие после длительного свадебного дня. Я не думаю, что вы захотите утром там подскочить и поехать на фотосессию, это первое. Во-вторых, понимаете, что платье на следующий день после целого дня использования будет уже в не самом приглядном виде, могу сказать, поэтому тоже это вряд ли произойдет на следующий день. И третье, вам, опять же напомню, вам нужно будет заказать стилиста, который сделает вам прическу, макияж, а это дополнительные расходы. Если вы на них готовы, то, конечно, почему нет, но только, наверное, не на следующий день, а дайте себе люфт какой-нибудь по времени, может быть, неделечку, чтобы прийти в себя, может быть, в химчистку платье отдать, чтобы платье привели в божеский вид, и после этого уже сделать фотосессию.